Всем привет. Такой интересный вопрос мне недавно задавали. Как убрать вот эти жесткие диски, мегабайты, которые есть? Ну, в принципе, я давно знал. Ну, как бы можно это сделать. Как видите, что здесь перед этим показывал, что ну, здесь жесткие диски никак вы не скроете, не спрячете. Но есть, конечно, решение об этом. Ну, надо скачать или вот эту программу, или вот эту программу. Оно, в принципе, одно и то же, но здесь побольше возможностей, Acronis есть. А Omaly Partitions мало, но она как бы перспективная. У меня есть в облаке, я ссылку сделаю. Или можете скачать, она, в принципе, программа как бы практически бесплатна. Ну, вот они, ваши жесткие диски. Делаем окей, то же самое. Он, как естественно, предупреждает. Применяем. Перейти, да. Ну вот все. Информация готова. Готово. За глаза не мозолит, ничего не делается. Все нормально. Кто видел, смотрел. Спасибо, до свидания. Подписывайтесь. Поддержите мой проект, что я стараюсь. Всем до свидания.